Всем привет! Согласитесь, что сейчас обновления прилетают очень часто. Уже 12.5.3. Ну и в принципе это неплохо. Хотя бы патч безопасности за ноябрь обновили. Вот, может быть, какие-то конкретные изменения нас ждут в дальнейшем. Может быть, даже 13-ю дадут MIUI-ку. Но хотелось бы вспомнить, как это происходило на QTech, когда ты сам мог перепрошить в любой момент на Windows Mobile свой телефон, где-нибудь там, я не знаю, в маршрутке, по пути домой с работы, потому что делал ты это иногда даже 2-3 раза в день. Вот. По времени это те же самые 20 минут были, но никто как-то не задумывался о том. Вот сейчас все говорят, что аппараты подорожали. Да где же они подорожали, если QTech S100, допустим, стоил $900. $900. На секундочку. Телефон, в котором русский язык отдельно кастомно шился с флешки. Ну, в принципе, как и Windows Mobile. Так что сомневайся, что подорожало. По сравнению с Xiaomi они еще очень даже ничего держат планки со своими Poco. Realme тоже подтягивается. OnePlus не отстает. Зря мы хаем. Вот. Сейчас и больше оперативы стало, и больше внутренней памяти. И телефон может намного больше сделать, чем тот же самый QTech когда-то в свои годы. Ну, хотя многим, конечно, было интересно тыкать стилусом TFT-шный экран, вот. Но тем не менее, там была одна классная игра, шарики, если кто помнит, вот. Linus, по-моему, она называлась, или что-то такое было. Зато теперь в Xiaomi якобы убрала полностью звонилку MIUI, но если перепрошить телефон Poco X3 NFC на другую индонезийскую прошивку, то без всяких проблем прилетает обновление, нормально устанавливается. И самое что интересное, звонилка MIUI у вас будет полностью работать. А также будет работать самая главная функция. Ну, те люди, которые устанавливали, перепрошивали, они, конечно же, знают, это самая главная функция записи всех абсолютно разговоров. Без предупреждения. Ну, или с предупреждением, кто как выберет. В общем, веселая вещь, адекватная, и делается, ну, в принципе, без танцев с бубном, скажем так. В общем, кому было интересно, смотрим, что же все-таки прилетело и чем обновилось. Обновляем свои гаджеты, ну и для желающих вернуть MIUI звонилку. Добро пожаловать на 4PDA, где можно скачать самую актуальную версию. Заказать себе рут-права, подождать 2 недельки, получить эти рут-права, ну и, соответственно, перепрошить свой телефон. Обновляйтесь, не бойтесь. Звонилка MIUI не скрипит.